Ну и, как говорится, пошло-поехало. Родители просят срочно провести беседы с детьми и немедленно удалить игру с гаджетов. Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан в срочном порядке направил запрос в уполномоченный орган Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан относительно игры Among Us, которая может нанести вред ребенку. Информация размещена на портале Кибернадзор, где игра будет проверена на степень ее опасности. Дальше все как в игре. К слову, действие этой бродилки разворачивается на космическом корабле. Игроки случайным образом делятся на две команды, члены экипажа и предатели, которых нужно разоблачить. Вычислить угрозу не удалось. Эксперты пришли к выводу, что никакой опасности, в том числе для детей, сама по себе игра среди нас не несет.